Всем привет, я Влад, это магазин «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре винтовка резинка «Стрел М4». Такая вот черная. Классно, кстати говоря, выглядит. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении, за что мы, конечно же, будем вам бесконечно благодарны. Итак, комплект. В комплекте стандартно идут, конечно же, резинки и вот такая вот мишень. Мишень выдавливается, также выдавливается и подставка, тыкается, ставится, в нее можно стрелять. Но в целом можно стрелять и не в мишень, хоть в дверь стреляйте, это уже дело ваше. Что ж, обязательно покажу поближе, расскажу, как заряжается. И, конечно же, я не мог не сказать о том, что в ней доступна стрельба очередями. Но можно назвать это и вовсе автоматической стрельбой. Пока вы не отпустите спусковой крючок, соответственно, резинки будут вылетать. Продемонстрирую. Погнали! Интернет-магазин «Попади в десятку». Это модель российского производства от компании Arma Toys. Прототипом винтовки является винтовка М4 AR-15. Изготовлена винтовка из фанеры и скреплена металлическими штифтами. Длина изделия 745 мм, вес винтовки 636 грамм. Теперь давайте я покажу вам, как же заряжаются резинки. Берете резинку, надеваете ее на специальный упор, после чего уже на зубчик колесика и проворачиваете колесико. Таким образом, вы сможете зарядить до 20 резинок включительно. Итак, я же обещал, что покажу вам, как она стреляет. Давайте я это и сделаю. Ну, поставим пулеулавливатель, к примеру, здесь. Берем теперь винтовку. И... пожалуйста. Пулеулавливатель повержен. Но здесь осталось еще пару резинок, просто их достреляю. Вот. Довольно-таки здорово, кстати говоря. И ощущения при стрельбе, честно сказать, мне, даже взрослому человеку, мне они нравятся. Довольно-таки интересные, да и в целом для развлекаловки так вот. Я думаю, подойдет даже действительно и взрослому человеку, и так вот кому-то на день рождения подарить. Я бы не отказался, честно говоря. Ну и насколько же далеко может стрелять данная винтовка? Наверное, минимум метров 10. Вот она минимум метров 10 сможет спокойно дострелить. Во-первых, опять же, здесь довольно-таки большое натяжение получается, в отличие от, допустим, пистолетов подобных моделей, да, именно резинкострелов. Но здесь 10 метров, в принципе, спокойно, и полет резинки, скажем так, нормальный. Если же сейчас у вас возник вопрос, а где ее купить? А давайте я и подскажу. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте, и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно, доставка по всей России. Обзор на этот прекрасный, по моему мнению, резинкострел, который и в плане функционала хорош, и ровно так же хорош и с визуальной точки зрения, особенно если вы фанат М4. Винтовка сборная, соответственно, ствол цепляется отдельно, ровно как и приклад. Все это лежит в комплекте и даже ничего не нужно прикручивать. Помимо этого есть вот ремень для того, чтобы там, например, на плечо ее накинуть. Все, собственно, сделано здесь для удобства. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как она вам, или же задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров!